Всем привет! Сегодня у меня Биг Бента вот с такой надписью. Я уже сделала себе разметку белым кремом. Сейчас буду обводить такой торт немножко с элементами каллиграфии. Честно говоря, у меня сегодня что-то вообще с надписью не получается. Я уже раза три снимала белую разметку. То у меня не по центру, то буквы разного размера. На больших тортах писать мне сложнее. На бенто как-то проще. Тем более, когда с такими элементами каллиграфии. Здесь буквы печатные, здесь прописные, объемные. В общем, идеально не получается. Здесь буква идет внахлёст, они будут красным цветом. Как обычно, топ популярных вопросов пишу крем-чизом на масле. Окрашиваю сухими жирорастворимыми красителями для избежания миграции крема цветного. Вот с черным прокатывает, с красным все равно не прокатывает. Красный все равно линяет. Сейчас я обведу тонко, потом еще добавлю немножко объема на буквы. Какое-то настроение, не настроение. Заказчики меня утомили. То надо торт, то не надо. То примите срочный, то на 9 утра, то опять отмена. Меня это очень утомляет, если честно, все. Выбивает из колеи, то ли готовить, то ли не готовить. То есть 7 пятниц на неделю у всех. Еще немножко побухчу. В картинке, которую прислал заказчик, там была надпись «Мы любим тебя», но попросили добавить «мамочка», поэтому здесь надпись надо было отцентровать. У меня с первого раза не получилось, поэтому всегда делаю подложку из белого крема. Ну и сейчас добавляем объем букв по нисходящей линии. Соединения у нас остаются тоненькие. Где что-то немножечко не нравится, можно шпажкой чуть-чуть подправить.